Представляем участников боя за титул чемпионата WWE International второго чемпионата в бисе. Синий угол ринга, боксеру 30 лет, рост 167 сантиметров, вес 55 килограммов, 212. Профессиональный рекорд, 6 боев, 6 побед, 3 нокаутов, ни одного поражения. Из города Санкт-Петербург, Магомед Курбанов! Красный угол ринга, боксер 28 лет, рост 165 сантиметров, вес 55 килограммов, 200 грамм. Профессиональный рекорд, 7 боев, 7 побед, 3 нокаута, ни одного поражения. Уроженец Узбекистана, представляющий Россию, город Великие Луки, Мухаммад Шахта! Рефери Луки, Дмитрий Болдырев. Первый Thank you.
Секунданты. Второй раунд. Да.
смотри на бокс. Форма. Датчик, то сколько проходит метров, красные трусы, там три раза больше, да, пробежал. Но вообще бывает в таком весе, что с одного удара... Депутаты, четвертый раунд. Как-то подсознательно начинаешь потихоньку болеть за Курбана. Что он такой андердог. Почему? Ну, этот такой весь техничный, быстрый, подготовленный. Чаще, ну, такие мои. Подписчики, с вами Валерий Ямбург. Пишите в комментариях, кто-то за кого болеет. И готовьтесь, 20 сентября стартует чемпионат Санкт-Петербурга среди мужчин и женщин. Yeah.
Секунданты. Пятый раунд. Шестой раунд. Thank you.
попадет. Отделение, Бога, на отделение идет. Да. Седьмой раунд. Попадите в команду!
но попади. Ну еще! Еще один! Слева, ну! Сильный! Сильный на встречку! Хамар! Еще! На встречку! Вот так! 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 Вот
Секунданты. Девятый раунд. Петербурга 2018. 10 решающий раунд. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и пишите, кому вы отдали бы этот зрелищный и мощный поединок. Секунданты. Давайте хорошо поболеем за бойцов в финале 10 Thank you.
По завершении 10 раундов этого боя обращаюсь к судейским запискам. Первый судья 96-94 Курбанов. Второй судья 99-92 Шехов. Третий судья 95-95 Ничья в этом бою. Спасибо. 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 Спасибо.